чума. Голод и бесконечные войны стали настоящим проклятием старого континента. Мир постепенно погружался в пучину хаоса и страданий. Но в народе ходили слухи о благословенной, богатой и плодородной земле, что лежит за бескрайним океаном. Церковники стращали тем, что бури сметут нас с края земли. Ну что ж, пусть говорят. В путь отправились многие. Увы, не всем было суждено его завершить. На нас нападали пираты, нас терзали болезни. Но самые стойкие были вознаграждены за страдания. Нас вела вперед надежда, и мы достигли цели. Вопреки всему. Новая земля была плодородной и богатой, и мы ни в чем не нуждались. Со временем наши поселения превратились в огромные города, величественные и могучие, как в старом свете. И мы с гордостью смотрели на дело рук своих. Анна Онлайн. Открой для себя новый мир.